Так, ждем в очереди Фудбанк за $17. Что-то бедные люди приезжают, такие как я, и тарятся едой. Я сегодня тарюсь первый раз, мне же интересно, что мне придет за $17. Люди тарят. Телеги выносят рандома. Рандомно. Просто ждешь, кто тебе вынесет. Твоя тележка. Ну, моя тележка. Марси. Вот тележка за $17. Хлеба, еще чего-то, еще чего-то. Сейчас будем смотреть. Тележка на $17. Девочки, помогите мне. Мороженое даже, да, есть? Вот мороженое тебе даже. Тебе мороженое не надо? Так, мне ничего не надо. Отлично. Отлично, да. Мне все надо. Все, конечно. Вот я яичница. Тебе нужны, ты будешь яичницу делать себе? Конечно, буду. Чипсы тебе нужны? Чипсы, все нужно. Кровавый арбуз. Хлеб, булочки. Сок. Вот сок. Ну, сколько там мы на это возьмем, да? Он не просроченный. На запивончик возьмем завтра. Привет. 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 Так, что еще? Нет, я еще хочу, чтобы все люди видели. А есть что-то из мясного мне положили? Нет такого. Ну хорошо, что еще положили? Ну вот картошку. Картошку? Ты с нами поделишься, она тебе не нужна? Конечно, поделюсь. Конечно, поделюсь. Грибочки. Это что такое? Типа каша. О, это какая-то манка. Эля, тебе такое так хотелось. Я думаю, что ты такой не будешь, ты вряд ли будешь это запекать себе, да? Это тебе не надо, я думаю. А что это такое? Это круассаны делать. Тесто просто. А, нет, я не умею делать. Санитайзер нужны. Так, что еще тут есть? Пончики. Хлеба, конечно, не пожалели. Вот, виноградик, салатик, это мед, да, какой-то? Я не знаю, будем брать его? Да, Надим, стоп, давай остановишься, перестанешь снимать. Да, и мы давай. Отсюда.